Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артем. И сегодня мы будем делать очень классный комплекс упражнений для прокачки ног и бедер. Все, что вам нужно сделать, это повторять все упражнения за мной. Так, поехали! Повторяйте этот простой комплекс упражнений вместе со мной ежедневно, и красивые стройные ноги вам обеспечат. Так, первое упражнение. Руки впереди себя, ноги чуть пошире. Будем делать приседания в стороны. Так, делаем 20 раз. Раз, два, три, четыре. Колено не выходит за носок. Пять, шесть. Спина ровно. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20. Отлично. Следующее упражнение. Очень хорошее упражнение для бедер. Делаем махи ногами в стороны. Раз, два, три. Руки на пояс. Держим баланс. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы. Делаем 12 раз с каждой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Супер. Следующее упражнение. Поднимаем руки вверх. Делаем приседания. Раз. И когда и на выходе, дотрагиваемся ладонью до носка. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер! Следующее упражнение. Делаем выпады вперед. Так, руки на пояс. Раз, два, три, четыре. 5. Заметьте, угол колена 90 градусов, и колено не выходит за носок. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер, молодцы. И последнее упражнение. Это у нас будут приседания с выпрыгиванием. Итак, начинаем приседать. Делаем всего лишь 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы! Вот мы и закончили сегодняшний простейший комплекс упражнений для прокачки ног и бедер для вас. Так, чтобы привести себя в хорошую форму, все, что вам нужно, это заходить на мой YouTube-канал, включать видео вместе со мной и делать упражнения вместе со мной. Все очень просто. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артемов Фитнес, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы, всем пока!